Не была большая. Нас было 7 детей, потом ребят поженили, 2 снохи было, все жили вместе. И дедушка с бабушкой были. У нас было 16 душ семья. А вот кто старший в семье? А старший был дедушка. Дедушка? Да, отец не старший был. А когда уже дедушку все плохое стал, тогда передал. Ну, это вот сынок тебе передаюсь. А как вот он управлял всеми делами в семье? Ну, да как, управлял все, они распоряжались, у них деньги были только у них, а больше ни у кого в семье не было денег. Они распоряжались, они когда в праздник идите покупать что-нибудь, брать вот материал, они тогда с бабушкой идут и набирают, знают, кому чего надо. Вот набирают, а потом к себе портных приглашают, вот полушубки шили тогда, и вот эти все, одежду такую. Вот у себя тут портной живет неделю, больше там, пошьют все, вот, к праздникам. К Рождеству было, к Святой, это же самые праздники были. А вот обязанности шили. В семье как распределялись? Ну, обязанности какие же там. Мать, бабушку ж не годилась тряпать. У нас же мама не тряпала, бабушка ж была лишь только за детьми глядела, какие мы еще были. У нас было много, но что же там не было. И работать... Мама не была стряпается, идет натк с ним там, работать помогает все равно, там или в огород пошла. А бабушка с нами, как все равно, на сетке сидит, на крылечке день там мы тут играем на базу. Нас много было. А вот когда такие полевые работы, сенокос там или все? Сенокос, вот укажешь, все работы. Да вот начнется молодьба, вот этот порш, это молодьба идет самая. Вот скажет, ну... По крову надо обязательно отмолотиться, а то дожди пойдут, тогда уж начинают мазать дома, помажут, побелять все, чтобы к этому, к празднику, к этому, к покрову. Тут ярмарка у нас была, на покров всегда. И вот это все. А так,
мужчины уберут все. Вот был день молотить, у нас пару лошадей было, каток здоровый. И вот пару лошадей вот в каток, посад на соде и гоняют. Но такие угоняют, начинают стрясать. Стрясут первый слой, какой выбился. И вот приподнимут немножко, опять начинают гонять. Вот день молотить, а ночь станут в вилку. А нам вот было, мы с сестрой, что-то младший был, я постарше ее на один только. И вот мы бывали всю ночь, они видят, мы одна задка грябает, другая зерно грябает, сидит. И мол, задрим, шушнешь, забил там рукав. Зашумеет, ну что там устал, что ли, подавливает, отгребает. Все работали. У нас все работали. У нас все дети работали. Вообще так строгие отношения в семье были? Ну, строгие какие же. Конечно, так, если что-нибудь, конечно, строго. У нас отец не строгий был, он нас никогда пальцем ни за не трогал. А мы его боялись, как все. Вот он все сказал, был, то есть закон, все, иди. Вот к человеку. И все. Вот так, а? А сейчас они послушаешь, они скажут, он повернулся и побег, все. А вот почему все-таки так не знаю. Ну почему тогда, я думал, поэтому, что все-таки тогда Бога боялись. Ну, видишь, жизнь какая попала. Когда тут что ж все, 70 лет отучали от этого. Ну, нас все-таки они не отучили. Мы не отрекались никогда. У нас моление отличалось, потому что у нас, туаверов, моление продолжено, больше молится, чем у вас. Вот я слышу канун, когда читают, и все, сокращения много. И вот сколько раз у Литаги была, я слыхал, сокращенно. И все равно вот и венчание, и крещение, все, я то, что у нас. Вот сейчас у вас крещение, что они дам. Ничего, у нас вот окунают, мало детей, вот окунают, так польют на огонь, все. Это же не крещение. А как у вас крестили? Как крестили русско? Ну, как вот было, не доводили до сих пор, чтобы он был здоровый. Вот сейчас вот они вот стали, вот, некрещенные какие идут креститься. А раньше-то их, как он родился, так, чтобы в 6 недель обязательно покрестить ребенка. Потому что, вот, помимо Бога, он умрет, это был грех на родителях тогда весь. Вложился в них. Вот и старались все. Бабстиш, а спойте какой-нибудь духовный стих. Духовный стих. Царю небесное, утешителя души истинные, и живи десые, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю приди вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи душа наша. А вот молодежь вообще гуляла в святки как-то вот?
Ну, без продуктов, конечно, то что, знаете, все равно бывало, ходили у нас и под окон бывало. Мы вот помним, валенки кидали через врата, ребятишки, у меня судьба. Куда носом лезут, туда меня замуж отдадут. Это было дело. Овец ловили. Вовка, Трехилков, много овец. Ну, пошли овец ловить. Кто какой поймает, привяжет там что-нибудь, какую-нибудь веревочку, а утром идете глядеть. А что это такое? Ну, если бойкий овца, значит, будет муж бойкий. А если смирная, значит, смирный будет. Ну, все преданы-то были, это что же. Тогда, может, глупые были, люди, кто капли, все мы верили. А еще как гадали? Все мы верили. А гадать я никогда. Это гадать было грех. Вот, вот этот там на зеркало гадали, у нас мы не гадали никогда. Нет, ну вот типа сапожка там или овцы, так больше ничего не делали. А это, кроме этого, тут ли что-то делали. А под окно было, подбегаем, спрашиваем, скажи, как жениха звать? Вот от тебя кто никакого не скажет. А под Рождество вот Христа славили? Славили, на Рождество. На Рождество. Утром вот как помолятся, придут с моления. Ну и пошли, тут и дети идут все, а потом что, старики, тогда как моление кончилось, пошли старики славить. А как они славили? Ну, Христос рождается, славите, Христос не веселящий. Ну, это пропевалось? Да, пропелся. А напеть не может? Да. Христос рождается, славите, Христос не веселящий. Христос на земле возноситеся, пойте, Господи, вся земля, и веселье воспойте, люди, яку прославе, вся Рождество Твое, Христе Божий наш, во всея миру весь свет разумный. И в небо, и же звездам служащим, и звездою получахуся, тебе кланяемся, солнце праведному, и тебе видите, слыши восток, Господи, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веком, аминь. Делая днесь присущественного рождает, и земля витеп неприкосновенному приносят ангели. С пастами слова словят, волхвы же со звездой путешествуют. Наш Бог ради родися, отрача младо привечный, и Бог величай душе моей честнейшею. Небесных воинств, дело причи, и стоя Богородицом. А вы так славили только старообрядцы? Старообрядцы так славили. Это православные совсем по-другому. Не Христос рождается, славите, а Христос не безрядь, что так. Ну, ребятишки ходили, бывали. Ну, все равно в церковь только. Так славят наши старообрядческие. Бабстиш, а вот книги старинные, расскажите, что это за книги у вас? Вот этот часовник, этот панафидник, а вот этот часовник. Вот когда псалтырь выучили, начинает часовник учить. А потом там другие книги. Вот тут цель начала, вот панафида. Вот тут. Вот это поет вся вот этот вот. Этот и это. И вот этот поет тут. Это благословен, если Господи. А вот это провождение поется, когда умрет человек, и поют провождение, а эти подходят, прощаются люди. Свои, кто желает, такие проводят. А вот эти старинные книжки? А это вот это псалтырь большой, вот это я вот, это. Этот, когда учиться начинает, и вот я вот псалтырь вперед учу.
То есть читать вот прям учили? Блажен муж, да. Ну, они вперед азбучка там. Вот азбучка, нет, вперед азбучка. И вот они азбучку вот выучат, как букву повыучили все. Угу. Знаки там все вот эти отличные. Ну, вот это начинает, вот это блажен муж, вот. Угу. А это за умерших, вот. Со всех родителей, вот. Когда поминает, и это читается, вот. А вот в православных у них нету этого. А у нас вот за один умерший читает, и это за всех умерших, вот. Каких поминать будут всех умерших, вот. Это читает канон. А в какие дни поминают вот у вас умерших? Да, если только подошла одавшина, я думаю, в любой день человек, если собирает там обед или просто канон прочтет, помолится. А так, вот родительская будет, вот у нас от Покрова будет третья пятница будет. Это родительская будет, вот тут будут поминать. Mm-hmm. А потом тогда под Масленицу. Это родительская под Масленицу поминают всех. Вот какие удушенные, тут утопленники, ну сами на себе какие налаживали эту смерть, руку на себя налаживали, вот эти, им никакого моления не должно быть. А вот это родительское вот под Масленицу, и еще родительское бывает под Троицу. Вот их две родительские в году, вот их тут поминают, этих всех людей, кто вот сам собой смерть находил. А так этот родительский, тут в посте, тут четыре родительских, это родители всех поминают. Тут молятся в посте, Великий пост. Почему не разрешали за самоубийц молиться? Не поверил сам на себе, наложил руку, это грех, и не разрешали. Вот сейчас даже у нас вот и ваш православный, вот, это Скурихи, это у сестры, там у соседки умер сын, так пил, пьяница такой был, и прям умер, пьяный, за водкой умер. И его не стал священник служить по ребене. Неверно. Невенчанные живут, их нельзя по них молиться тоже Богу, да. Это они в воде живут, да. Вот это, вот все равно это, ну, вот тут вот попросишь православных у них, а ну, наш вот страшление. Ну, вот она поехала туда, рассказала ему все, он говорит, ну, ладно, я владыки отошлю в Москву. Нет, он что открыт видно. Ну, он открыт прислал. По таких людях, какие вот войну прошли и столько муки приняли на белом свете, по нем можно молиться. А вот поминают староверов на третий, девятый? А то как, это обязательно. Но третий день это считается, когда хоронят. Он же третий день. Ну, у тебя молятся и поминают. А девятый день это обязательно. Это вот аж в Косолтыре писано тут, что девятый день и сороковой день. Третий день, значит, и девятый, и сороковой, это обязательно поминать. Хоть только один, не то, что там ты много собираешь,
там сейчас скажут, 40 человек надо, это неправда, нигде не написано, это неправда. Вот, сбери ты хоть один столик, лишь тот, что помолились люди, помолились и помолились, все. Вот так. А что с душой вот все-таки происходит в этой жизни? А кто же знает, говорят, что она должна быть дома, тут она сороковой, она ее готовила себе туда и полететь. У меня сестре вот врач ездить, он с Куришинском, детский врач, но он давно живет в Калининграде. Вот к сестре он год 3-4 ездит на это, сюда на отдых. Приедет, на речку там ходит, а у нее живут. И вот он как-то, я вот была последний раз, я ему уезжать, и я как раз разговаривал, что это он говорит. Бабушка Степанина, знаешь что? Я говорю, что? Ленинградские ученые научились, что-то душа в человеке есть. Oh.